Всем привет, девчонки. Хочу сейчас открыть вот именно такую тему. Мне очень часто пишут, очень часто в WhatsApp, так как у меня номера на экране, очень пишут, что кто-то в их жизни что-то плохое им сделал, или поставил палки в колеса, или предали, или, я не знаю, разрушили их жизнь. Я из своего опыта могу сказать, да, все люди в этом мире, что вам плохого не сделали, неважно, никто не может разрушить вашу жизнь, никто не может запретить вам делать то, что вы хотите. Я вот через это прошла, меня предавали, меня настолько сильно предавали, что эти чувства я никогда не забуду в жизни, никогда не забуду, но сейчас я это вспоминаю улыбкой и говорю этим людям спасибо, и я до сих пор с ними общаюсь, поэтому, девчонки, будьте позитивнее, не обращайте на это внимания, это жизнь, если этих людей не будет, вы не идете вперед, надо любить